Для 40 тысяч квадратных метров дорожной разметки обновили у Гродзенской области. Еще 80 тысяч квадратных метров линий и пиктограмм нанесут до конца липеня. Большая частка из них будет выполнена сучасными эмалями и лакофарбовыми материалами. А на наибольш оживленные улицы по традиции наносят инновационные составы с пластиком. Подробности у видеоматериале. В арсенале гродзенских дорожников сёлета з'явилась новинка. Вот эта белоснежная малышка может наносить линии и краской, и спрей-пластиком. Дякуючи яе маневренности, инновационные составы с пластиком, которые до этого выкористовывались на наибольш оживленных развязках, сёлета наносит так само на стоп-линии и показальные стрелки. Холодный спрей-пластик – это как бы новая инновационная технология, которая позволяет эксплуатировать дорожную разметку в течение всего круглого сезона. То есть от целый год это минимум она работает. В то время как нанесенная разметка красками, гарантийный срок ее работы 6 месяцев все составляет. Коля 40 тысяч квадратных метров дорожной разметки у Гродзенской области уже обновили. Сирот их и новые пешеходные переходы, оформленные у стыле арт-объектов. Усяго было распрацовано свыше сотни эскизов. Реализацию отрымали 6. Самая большая проблема была это изображение маленького объекта, который мы разработали на листе А4 на большой формат. Мы нанесли на картон сетку и при помощи ее уже увеличили изображение и нанесли. Вырезали все вручную. Креативные тематичные малюнки связаны с местами, где обсталеваны переходы. Обновление сёлета отрымают и зебры для школ и детячих садков. Традиционные надписи «Погляди налево» и «Погляди направо» заменят на пиктограммы. Нанесение таких креативных надписей на пешеходных переходах в первую очередь призвано обратить внимание общественности на проблематику пешеходного травматизма, а уже во вторую очередь это привлечь самих же пешеходов на пешеходные переходы, чтобы они переходили в установленных местах. У целом у Гродзенской области сёлета будет обновлено около 120 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Большая частка из них будет выполнена сучасными эмалями и лакофарбовыми материалами. И только 10 тысяч квадратных метров нанесут пластиком. Он у 2,5 раза дорожейший за фарбовый аналог, але и прослужить у 2 раза довжей. Завершены працы будут до конца липеня.